Как известно, хипстеры не могут существовать без смузи. А я, являясь протохипстером, тоже жить без смузи не могу. Протохипстеров учили, что смузи нужно изготавливать самостоятельно. Для этого берется красная смородина, эта самая смородина погружается в обрезанную с двух сторон 1,5-литровую пластиковую бутылку. Берется обычная древняя механическая мясорубка. И с помощью мясорубки красная смородина превращается в смузи. Бутылка используется для того, чтобы всякий раз не погружать в бункер мясорубки маленькую горсточку ягод. Вот так вот изготавливается классический смузи. Классический камчатский смузи для классического камчатского хипстера. Ну и теперь скажите, неужели вы не хотите влиться в ряды креаклов, то есть креативного класса? Неужели вы не хотите стать хипстером только ради того, чтобы каждый день холодными камчатскими зимами есть настоящий смузи?